Добрый день, дорогие мои друзья! Раз уж пошла у нас с вами тема обзора моих новинок каких-то или любимых просто изделий, хочу показать вам еще одно платьице, которое я шила совсем недавно, из той ткани, обзор которых я вам делала. Вот эта ткань — японский креп. Он гладкий с одной стороны и вот такой вот блестящий он с другой стороны. В основе этого платья лежит то же самое базовая конструкция, с которой мы начинаем нашу работу. Нагрудная выточка переведена вот сюда в бок. Здесь вместо обычных выточек сделаны мои любимые полувыточки. То есть вверху выточка, она застрочена до талии, а ниже талии она оформляется вот таким вот защипом. Прибавка по груди в этом платье, оно без рукавов, 2 сантиметра. Прибавка по бедрам сантиметров 6 у меня получилось. Это тоже А-образный силуэт. Здесь уже есть боковая выточка, неглубокая, сантиметра 3. Прибавка достаточно большая по линии талии. Видите, она у меня не облегает по линии талии. По линии талии здесь прибавка 3-4 сантиметра. Я рекомендую вам делать, если такое будете делать. И вот так оно выглядит. Сзади средний шов спинки. Вырез, как всегда, лодочка. В среднем шве обязательно приталиваю 1,5 сантиметра. И две обычные выточки по спинке, которые тоже оформлены как полувыточки. На однотонной ткани это виднее, чем на том цветном платьице, которое я вам показывала. И кто-то просил показать, как выглядят эти полувыточки, чтобы их было, так сказать, виднее. Ну и интересным элементом в этом случае являются вот такие вот детали. Я не знаю, как это назвать. Это не волан, это не оборка в привычном нашем понимании. Это вот я покажу вам фотографии, Леночка нам смонтирует, как это выглядит. Я сняла этот процесс. Я выкроила вот такой ширины деталь, обработала концы зигзагом на машинке, называется это закрутка. Потом вот такой вот синусоидой, вот такой вот змейкой, двумя строчками прострочила вот эту деталь и стянула. И у меня получились вот такие вот вещи. Ну и прикрепила вручную. Что мне это позволяет сделать? Вот сюда. Я уже не первый раз этот прием применяю. Кто мою книжку покупал, «Шьем быстро и просто» с диском, первый экземпляр. Там фотография есть у меня, тоже в таком же вот изделии, в похожем, из трикотажа, правда, вот это очень хорошо тоже выполнять получается, да? Вырез лодочка, как всегда, и плечи покатые, хочется их приподнять. И вот этот эффект приподнятых плечей мы достигаем за счет того, что в этом месте делаем какие-то декоративные детали. Они могут быть, что угодно могут представлять из себя. У меня в этом случае это вот такие вот вещи. Может быть, кому-то эта идея тоже покажется интересной, и вы охотно примените ее для себя. Вот такое платьице у меня получилось из тех новых тканей. И еще у меня осталось сшить из них еще синее платье. Когда сошью, тоже вам покажу. И черный костюм. Черный костюм. Всем всего доброго!